Пинков были этничные украинцы, которые... Американский летчик покончил с собой. Он был похоронен в Новых Санжарах. Затем его прах был забран и перевезен в Америку. Вот трагическая такая история любви. Очень сложно было организовать. Помогала очень сильно городская власть. Я хочу поздравить в этот день ветеранов, их осталось единицы в живых. Хочу поздравить всех с этим праздником. Хочу, чтобы вот такие мероприятия 9 мая проводились все-таки под знаком даты победы. Лев Чернов. Ну, мне нравится смотреть на самолеты. Мне нравится фоткаться. Я хочу пожелать ветеранам, чтобы у них было все хорошо. Заслуженных, уважаемых, господа, пожалуйста, поднимитесь. Это очень и очень непростое дело и в определенной мере опасное. Даже на этом зрелище, если бы кто-то мог ниже у оператора, вы чувствуете себя так, как чувствует летчик после настоящего полета. Они сейчас позвонили, что наши... У меня все в хаве. Вот сейчас... Вот. Ну вот, отметили праздник, старались, ждали погоды, вот все-таки дождались. Я думаю, это было красивое зрелище, как вы думаете? Очень красиво. Легкий был спуск или тяжелый? Да, нормально, хороший. А что вы хотите пожелать ветеранам? Здоровья, долголетия и чтобы их помнили все. Папы, мамы, может, мы хотим все на поле. Стоять! Детки, помоги жить!